Мы все действительно в зоне риска. В этом смысле политики и журналисты, вот этот круг больше, чем простые граждане. Я всей душой надеюсь, что до людей, до массовых таких событий не дойдет. А то, что касается вообще в принципе работы по предотвращению теракта, да, действительно должна быть контртеррористическая служба. А то это понятно, да, то есть мы живем во время войны. Но вот люди, которые должны заниматься контртеррором в городе Киеве, специализированное или подразделение, или кто-то, именно этим, подчеркиваю, не расследованием там уже совершенных, а попыткой предотвращения.